Короче говоря, пятница 13-е. Это был ужасный день пятницы. Я проснулся и посмотрел на календарь. Это была пятница 13-е. Прикольно. Что? Пятница 13-е? А я даже не успел подготовиться. Ну, хотя бы это лучше, нежели в прошлый раз. Два часа спустя. И вот наконец-то я послал Сахар отсюда. Ну, в этот раз, надеюсь, такого со мной не будет. Я решил построить дом сегодня. Я начал строительство. Через час я сделал весь план дома. Через еще 3 часа дом был готов. Как хорошо, что я построил такой прекрасный дом. Затолько я посмотрел на часы. Ну ладно, зато он получился очень крепкий. В этом доме было все самое необходимое для меня. Там был телефон, еще телефон, тут парочка телефонов, еще один дополнительный телефон, планшет и один Chromebook. Тут заряда хватит на целую неделю. И еще подхватил с собой парочку конфеток. Я сложил все телефоны в кучку, решил посмотреть YouTube. Через час я вспомнил про очень важный праздник, на котором мне обещали дать $100. Он был назначен на 2:50, а сейчас было 3 часа. Ничего, может быть, к 100 долларам успею. Я побежал к празднику. Но еще перед выходом упал. Я сильно ударился. Я не мог ходить. С радостью на улице проходил один чувак, и я его позвал. Меня привел к себе домой. Я сказал, что мне нужно в парк, поэтому он привел меня ко мне домой. Блин, он привел меня в парк, но тут было слишком поздно. Он меня привел ко мне домой. Я смотрел на каждый мой шаг. Именно поэтому врезался в стену. Решил посмотреть YouTube. Отодвинул стол. Ого, прикольно! Новый ролик вышел. Я сел в мой домик, всю кучку моих телефонов. Теперь у меня остается только один работающий телефон. Теперь у меня оставался только один Chromebook. Я его отложил на стол. Я отодвинул. Блин! Я посмотрел. Он работал. Аккуратненько встал с дивана. И наступил на Chromebook. Хотел потерять никакой другой техники, поэтому лег на диван. И очередной раз посмотрел на календарь. Это была пятница. 2-е. Короче говоря, пятница 2-е.